Я проснулась 3:30, потом посмотрела на часы, потому что бах, и пол подпрыгнул вместе с диваном. Вот я проснулась, сразу посмотрела в окошко, смотрю, а тут полыхает все. Урны полыхают и машина полыхает. И все. Милиция приехала уже после пожарных, после МЧСников, приехала милиция. Да, ну, еще темно было. Машина, говорят, какого-то, джип стоял старый, какого-то военнослужащего. Но я не знаю, он военный по специальности или нет. Но она иногда здесь стояла, иногда, когда он на работе, не стояла, не знаю. Машина прогорела полностью, расплавилась, но... Ну, потушили полностью. Сгорело и пару раз успела взорваться. Крышки взорвались, судя по всему. Подъезд до 4-го этажа выбило. Ребенок проснулся, кошку испугали. То есть взрывы сильные, громкие, огонь, все такое. Машина, ну, в социальных сетях пишут, что машина представителя АТО или чего-то вроде этого. И взрываются они не первый раз, но достоверно никто не знает.